Мне сейчас звонит тот самый школьник. Я не пойму, что ты мне не отвечаешь. Мам, мам! Что? Скажи, чтобы он вернул мне владельца сервера. Верните владельца сервера! Мне насрать, что вы там записываете. Он как бы гриферил. Чего не гриферил? Меня не волнует. Ты глянь, умный какой. Ты погляди на него. Ну я вас на YouTube как бы выложу. Мы вашу эту заблокируем. Если в YouTube выложить. Верните владельца сервера. Если ты хочешь так же, как я, снимать ролики антикривишоу, заработать миллионы просмотров, а также получить золотую и серебряную кнопку от YouTube, тогда просто становись владельцем сервера на сервере Сержокрафт. У тебя будет практически опка на сервере Сержокрафт. Получи доступ ко всем регионам на сервере. Сделай себе префикс, прям как у меня. Или установи себе абсолютно любой префикс. Затем вырежи полдома гриферу. А еще ты сможешь превратиться в абсолютно любого моба на сервере. Например, стать огромным железным големом. А самое главное, ты сможешь вычислить реальный IP грифера с помощью команды SYN. Прописываем эту команду, и нам выдается настоящий IP-адрес грифера, с помощью которого можно его троллить или прийти к нему домой в реальной жизни. Напишите на весь сервер, чтобы они ломали дом грифера. Затем наблюдайте, как они разламывают его дом. Ну и наконец посадите грифера в тюрьму сервера Сержокрафт. Пусть подумает над своим поведением. Всю неделю до этого привилегия стоила 6000 рублей. Игроки меня чуть не убили за это. Поэтому сейчас действует скидка 97% на привилегию владельца сервера. Не упускай свою возможность. Снимай ролики антикрифишов и зарабатывай просмотры на YouTube. А самое крутое видео лайкну от имени своего канала. Дерзайте. Мне сейчас звонит тот самый школьник, который... который у меня уже был в скайпе. Он что-то от меня хочет, он мне уже всю личку засрал. В общем, я беру трубку, все. Тихо, алло. Алло, что ты мне строчишь уже полчаса? Я не пойму, что ты мне не отвечаешь, ты уже бесишь. Ну ты мне пи, верни донат. Верни донат, почему ты мне его не возвращаешь? Всю личку засрал, ты кто? Ничего, слышь ты. Че тебе? Ну не девочка. Ты мне еще полтинник и владельца сервера торчишь. Полтинник? 50 рублей, да. Что ли? 50 тысяч, дядя. 50 тысяч? Ты кто? Ты что придумал? У тебя сказки какие-то? Ты забыл, что ли, когда мы у тебя украли 50 тысяч? А, это когда я перечислил 50 тысяч из-за суда. А вы сказали, что это вы самые, те самые разводила, получается. А чё ты мне, зачем звонишь? Чтоб ты мне вернул донат и 50 тысяч, полтинник. Донат какой? VIP, админ, что, на твой выбор? Владелец сервера. Владелец сервера. Ты хочешь, чтобы я тебе вернул владельца сервера, самую крутую привилегию, да, за то, что вы меня тогда с мамой кинули на 50 тысяч рублей? Нет, мы тебе не кидали. Суд, я все это показывал в суде, я просто ролик... Да, да, конечно. И ничего не происходит. Слушай, я тебя зачем ты мне звонишь? Я тебя сбрашиваю, ты мне нахер не сдался. Ладно. Мам! Иди сюда. Кто? Скажи, чтобы он вернул мне владельца сервера. Помнишь, чувак, который на полтинник торчал? А, помню. Или до сих пор торчит. Угу. Полиция, ладно, не решила делать все равно. Полиция не помогает, суд ничего. Верните владельца сервера. Так, не стоп. Вы смешные. Что происходит? У меня, вы звоните. Смешные. Верните владельца сервера. Почему вы смешные? Я не поняла. А, я хочу предупредить, что я вас сейчас записываю опять на ролик. Да мне пофиг, мне насрать, что вы там записываете, не записывайте, верните владельца сервера. А, можно я поясню, владелец сервера — это самая дорогая, крутая привилегия на моем сервере. 500 рублей стоит. Вот и выращиваете моему сыну, почему вы не выращиваете? А без скидки она 6 тысяч. 6 тысяч без скидки, вы понимаете, вы хотите, чтобы я просто так ее верну? Да. А не да. То... ваш сын... Вы... Я не понимаю, что происходит вообще. Вова, тебя же так вроде, да, зовут? Да. Ну, тебя как зовут? Ваш сын, он как бы гриферил, он как бы... Ничего не гриферил, верните владельца сервера, меня не волнует. Я на спам не бегаю. Он нормально играет. Верните владельца сервера, как хотите. Я на спауне бегаю. Не, а вы действительно думаете, что я отдам владельца? Вы верите в это? Конечно. Да? А что тут такого? Отдайте и все. Да. А, ты на спавне, говоришь, бегаешь, да, Вова? Да, я вот. Да, бегаю. Думаем. Дай бог забанишь тебе хана. Кстати, Тигр, да? Я же помню, Тигр, да, твой ник был. Мы же... Вздумайте мне банить! Понятно? Верните владельца сервера, как хотите. Понял? А вы хоть знаете, что это? Мама. Я знаю! Ворачивайте! Чё, Тигр, нету владельца, да? Все, 6 тысяч. Да, нету, верни. 6 тысяч. Нет, верните. А чё, я насобираю, куплю у тебя и все, и заново. Ты глянь, умный какой, да, а? Ты погляди на него.
Я не могу. Ну я вас на YouTube как бы выложу, вы знаете, да? То есть... Выложить класс получишь. Или в полицию пойду. За... Мы вашу эту заблокировали канал... страницу. Хотя... Канал. Я... Если вы не вернете, если в YouTube выложите. А я... Ну я же вас уже выкладывал. У вас как, жизнь изменилась или что-то? Да, изменилась. Не изменилась. Слушай, я не помню. Я тебя тогда вроде банил или не банил. Ты что на сервере это делаешь? Ты меня не банил. Верните владельца сервера. Ты меня забанил, а я купил авторазбан. Вы меня понимаете или не понимаете, а? Или вы оглохли? Я вас не... А что мне за это будет? То есть, если я не верну, то... Ничего! Ничего не будет! Чего это будет? Да вот я в спам бегаю, где ты? Не, я имею в виду, а если я не верну, то что вы мне сделаете? А, ну что-нибудь сделаю, знаешь? Узнаете. Потом узнаете. Мои подписчики, мои ребята, зрители, сейчас вы видите тот момент, когда интересная семья... Короче, подписчики, вот так хочется другим словом сказать. Какие? Ну верните владельца сервера. А вы прям про подписчиков попросите, согласны ли они? Давайте, прям скажи. Они согласны. Согласны. Так, Вова, да? Я вас не помню, как мама там Грифер зовут. Ирина Сергеевна. Ага, смотрите, стой, сейчас я тебя верну. Надо, чтобы он хотя бы... Вова, остановись, Тигр, остановись, сейчас я тебя верну. Как же... Ну, вот он ты. Так, я не могу вернуть, да, это я, пока ты бегаешь. Стой, смотрите, при свидетелях, при вас, смотрите, Тигр, да, твой ник? А, вот он, я стою так, перед тобой. Так, оп. Ты чё? Консоль банит Тигр! Что ты меня забанил? Ах ты так, да? Ну ладно. Ладно. Все, давай, пока. Хорошо. Я понял. Хорошо. Все. Идите вы нахер. Ой, я не могу. Вы слышали эту клоунаду? То есть Грифер и его, я хотел сказать ее. Ладно, Грифер и ее мама, пофиг. Хотели, чтобы я вернул владельца сервера, самую крутую привилегию на сервере, с помощью которой можно снимать антигрифер, с помощью которой можно банить Грифер. Вообще, в общем, крутая привилегия, которая без скидки стоит 6000. Они хотели, чтобы я вернул эту привилегию за 6000 за то, что они гриферили. Ну, он, этот Вова. За то, что он банил всех, за то, что я... кинул им 50 тысяч, и они меня на них обманули за то, что они требовали у меня эти деньги. И они мне звонят, и этот Вова думал, что я ему реально верну привилегию. То есть они реально думали, что я верну самый крутой донат обратно, потому что они мне позвонят и что-то поугрожают. Очень смешно, очень. Я хочу, чтобы вы, ребята, видели, что такие есть. Пишите в хэштег в комментариях прям, что... Мама, ты не права, пишите этот хэштег, пусть знает, сколько нас. Ставьте лайки, пусть знает, сколько нас адекватных и классных ребят. А также хочу сказать то, что у нас можно получить бесплатные админки, разные. А также можно выбить владельца сервера из кейса. Я же 1000 раз говорил, смотрите, донат за убийство. Получаете кейсик. И вот, 20% шансов падения владельца сервера. Но можно, кстати, выбить и просто основать, или випку. Просто вот здесь чувак есть такой, видите, NPC, админка. Жмете на него, и тут выбираете уже способ. Он прям на спавне, пишите спавн, вот так вот. Бежите к нему прям на спавн, и пытайтесь выбить админку. Часто можно меня увидеть на сервере, я это постоянно говорю, я сейчас прям смотрите, как сделаю. Вот, я написал, сейчас снимаю ролик с грифером, я на спавне. Вот так сейчас сюда подтянется куча людей, вы тоже подтягивайтесь. Получайте админки, становитесь владельцами и снимайте этих грифер. Ну, а я думаю, вы на моей стороне и вступайте, кстати, в Полискрафт. Полискрафт, если напишу привет, я в Полискрафт. Моя личная полиция здесь на сервере. В общем, всех жду и, ну, про хэштег там не забывайте, да? IP в описании ролика и про хэштег не забывайте. Все, всех жду. Очень веселые мамы, очень они смешные были. Всем пока и спасибо за внимание. Пойду, кстати, продаю кому-нибудь админки. Та-ра-та-та, еле микс. Сейчас мы будем давать тебе админку. Пикс, юзер. Всех жду.